На площади Дворца Правосудия в этот пятничный сентябрьский день темно и льет дождь. Только приветливо светятся окна Welshport Art & Jazz Cafe. Радужная хозяйка, полячка Софи Янсен, кажется, говорит на всех языках мира понемножку. Сегодня у нее в гостях «Русский бульвар» – русский музыкально-поэтический проект из Гент. Правда, главное действующее лицо пьесы этого вечера – скрипач Михаил Безверхний – заболел. Но он присутствует в своих картинах на стенах кафе. Советский бельгийский скрипач, альтист и композитор. Михаил Львович пришел в «Русский бульвар» сначала как консультант молодых музыкантов. А потом просто сказал, а мне это нравится. Я хочу тоже петь Ольгины мелодии и обувать в красивую одежду, укутывать тексты Сергея Ревды. А Сергей Ревда – это самый первый вдохновитель, потому что идея создать «Русский бульвар» была его, чтобы на бульвар все время прекрасные, интересные люди. От лампы светлый круг. Софа перед огнем. Композитор Ольга Менчик исполняет стихи поэтов Серебряного века, фрагменты мюзикла, родившегося на русском бульваре «Мое желание в белом платье». Для бельгийской публики стихи звучат в переводе на нидерландский язык в исполнении Али Киселевой. Кафе «Софи Янсенс» объединяет разные культуры многонационального Антверпена под одной крышей. Спасибо.